озеро видно отсюда? Нет, на самом деле отсюда не видно. Добрый день. Перед вами господин Великий Новгород, Ярославово дворище, Кремль, памятник воинам-освободителям, Волхов. Короче говоря, мы находимся в месте, где лучший вид на Новгород. Это крыша гостиницы «Россия», которая стоит на самом берегу Волхова, прямо практически напротив Кремля. А оказались мы здесь благодаря тому, что в Новгороде проходит международный кулинарный фестиваль, который здесь называют гурме-фестиваль. Гурме со всего мира, особенно из Китая, приехали в Новгород, чтобы попробовать замечательные блюда. Говядина тяпаная, кулебяка по-новгородски, дары коростыни, щи серые из крошева, а также, где же я это видел? Прекрасная, забыл. И буслаевские рулеты, которые приготовила и придумала шеф-повар ресторана гостиницы «Россия» Елена Викторовна. Здравствуйте. Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, почему эти рулеты называются буслаевскими? Буслай – это новгородский воин, который прославился в начале X века, по-моему, если не ошибаюсь. Был богатырем, соответственно, сильным мужчиной. Вот. Сильному мужчине нужно... Сильному мужчине надо что? Сильное обильная, мясо. Обильная трапеза. Так. Мясо, овощи, чтобы... Мужчина был сильный, упитанный, так, и мог воевать. А что внутри ногами этих рулетов? Значит, внутри рулетов тыква с сыром. Сами рулеты – это свинина. А подложка делается в печке. Томятся овощи. Тыква, репа, лук и морковка. Все, что произрастает на новгородской земле. Особенно репа и тыква. Особенно репа и тыква, да. Пробовать буслаевские рулеты мы будем... Ага. С чем? Морс из калины. А калина тоже новгородская? Калина тоже новгородская. Растет она и в лесах, кстати. Ага. Соответственно, раньше же ее не возделывали на огородах, как вот мы сейчас. Ага. Ее собирали в лесах. Собирали, где придется. Да, пошел человек в лес за грибочками, о, куст калины стоит, надрал. Вот тебе уже и морсик. И завтрак, и обед, и ужин. Да. Вегетарианский пост. Да, вкусный. Но... Я видел, у вас в меню еще блины с калиной есть. Есть блины с калиной, но это подается бонусом. Ага, бонусом к рулетам. К этим рулетам, да. А что за соус? А соус щавель со сметаной. Прекрасно. То бишь, да, вот поливается сверху. Такая? Новая старая новгородская кухня. Да. Репа, тыква, щавель со сметаной и свинина. Я думаю, что буслай это была четверть порции. Ну да, это как бы насчитано современного человека. Помельчали мужчины там в тех времен. Да. А что там за сыр? Как его лучше обозвать? Творожный? Ну, как бы да, творожный. Сыр творожный, можно так сказать. Многие из вас спрашивают, как выглядит репа. Репа в данном случае выглядит вот так. Ну, вообще-то это корнеплод. Да. Растет в земле. Она же готовая, да. А репу вы просто томите в духовке. Это все овощи нарезаются, засыпаются травами. Ну, можно сказать, что это дикие травы. Душица, тот же укроп, петрушка. То есть никаких розмаринов, майоранов и орегано? Нет, это все наши исконные русские травы, которые произрастали, собственно говоря, на территории России. Теперь можно показать город. Кстати, морс очень полезный. И очень классный. Снижает давление, да. Ну, единственный недостаток, как бы имеет такой запах. Ну, это калина. Калина, да.